Сидит какая-то кудлатая хуйня в лесу и нападает на каждый гребаный транспорт. Документы на автомобиль предъявить. Несешь мне башку этой манды, получишь. Почему ты доверился рогатой? Я человек простой. Мне сиськи предложили, я и повелся. Знаешь, сисек две, а жизнь одна, цени ее. Ты сдохнешь девственником. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Броня не пробита. Готов. Накрыл. Скучно без водки. А что, обязательно напиваться, как свинья? А что еще делать? Ты можешь просто так посидеть, поговорить по душам. А я не прокурор, чтоб с тобой по душам разговаривать. Ебашу спорта! Нужно читать книги! Бизнес надо построить! С завтрашнего дня просыпаюсь и топлю к мечте! Вот это я пиздобол, оказывается. Руки за головой на выход! Вот я есть, а вот меня нет. Куда? Идет пида, в смысле, человек. Если все старое, а ты представь, ты вот только скачал игру, вот, а тут у каких-то пидов... Далее совсем неожиданное заявление от 70-летнего пенсионера. Сейчас мы будем заниматься сексом. It's not it's it is not it's Tylko jedno w głowie mam koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnień. We'll be right back.
Баночку с огурчиками в кетчупе, не повредив крышку. Руками невозможно. Блять, открылась, ёбаный рот. Извините. Молодцы, ребята, все выдержали нахуй. Охуенно. Вот это парилка нахуй. Да ладно. Папуас, блядь. Мазе папуас. Папуас каннибал, блядь, не Африка. Ютерто. Кенни, макель, баят. Слишком много доброты, причина перегруза. Грубость — это мой язык, а пошлость — моя муза. Хамство, вежливость рабов — я самый мощный рэп. Жесток и мудрый, обожаю рэп и рэп-дэп. Я критикую только матом или автоматом. 5.45 и каждый довод тут же станет фактом. Стреляюсь, передача мысли в голову дебила. Чё надо? Опять все вещи засрал? Да в ноги. Начинаю полоскать твои самые древние животные. Никакого подвоха, никаких фокусов, никакой иллюзии. Это чистейшая физика и моя суперспособность тонко чувствовать баланс. Для меня самое главное в жизни — справиться с алкоголем. Это не выйдет. А что ты делаешь для этого, чтобы с ним справиться? Ничего.